Третье в истории юношеское первенство мира по дзюдо прошло с 8 по 11 августа в США. 536 участников дзюдоистов из 80 стран оспаривали награды в 16 весовых категориях. Призовой фонд соревнований составил 50 тысяч долларов. Недавний победитель первенства Европы Карлен Полян выступал в составе сборной России в весовой категории 90 килограммов. Соперником Карлена в финале стал соотечественник Шот Аваниев. Удача и упорство сочинца определили его победу. Тренирует чемпионата педагог 7-й спортшколы Сергей Воскобоев.